Блин, так что, пункт, то есть, не работает, да? Да, все, ГГ. Он запустился. Бля, и что, и ждать, или как? Да надо читать, что на форумах пишут. Кинь ссылку на форум. Я думаю... Слушай, я играю в эту чудную игру примерно 31 час у меня игры в нее наиграно. Я понятия не имею, стоит ли брать или не стоит. Ей-богу, но игра мне нравится. А меня слышно? Если тебе нравится, то бери. Нет. Советы от Ленки на миллион. Нравится? Бери. Ничего себе, Ленка, ты красава. То есть тебя слышно на стриме, а нас нет. А я не знаю, почему вас не слышно. Вот что там дело. А меня слышно? Да никого не слышно. Покидало. Позови меня в игру-то. То есть мы даже затроллировать никого не сможем. Руслан, ты можешь его позвать? Нет. Потому что я его не добавлял, друзья. Я тоже не добавлял, друзья. Слава богу. Может, какие-то общие... Это такой противный, с тобой даже играть уже не хочу. Надо посмотреть общие настройки Дискорда, может, там какая-нибудь шляпа есть. Режим типа. Стримера, он... точно, ёбушки-воробушки. Режим стримера. А он здесь ни при чем. Да. Ну, можно попробовать. Чё? Ну, он здесь ни при чем. Вот теперь где? Тебя слышно. Скажи что-нибудь. Говорю. Чупа-чупс, моя подруга. Да, ой, слышите? Лен, я нечаянно я тебя приглашаю. Будь здоров. Куда ты кинул? Спасибо. Ленки в стиме кинул. Буду я здоров. Тебя не слышно. И слава богу. Тебя не слышно. Ну, тебя не слышно. Пригласил. Лен, пригласил тебя. Блядь, ну запустите. В смысле ты слышишь всех на стриме? А ну, сейчас, секунду. А ну поговорите. Who let the dogs out? Who invite? Никнейм мой. А как запустить этот, не как его? В радуге этот оверлей-то тут. Ну, если в стиме шифта, а здесь как? В Ubisoft. Я не знаю, кстати. Ctrl F1? Нет. Виплей, да? Сейчас я скажу тебе. Shift F2. Кого? А, ну да. Че ты мне даешь, друзья-то? Лена, я тебя пригласил. Мне нужно вот здесь, да, остановить. И запустить заново, да? В смысле остановить и запустить заново? Ну, наверное, реально попробовать перезапустить стрим. Остановите. Слышно, что кто разговаривает в комнате? Да я свою мышку просто... Я мышку свою слышу лучше, чем всех на стриме. Мышь. Ну, ничего не сработало. Странно, я не понимаю, почему. Женя тебе настраивал через банану? Не знаю. Ну, voice-meter банана. Ничего не настраивал, никакого войса. А, ну, все, заебись. А. Вчера-то я стримила, и всех было слышно. И все было хорошо у меня. Блин, какой у тебя-то никнейм, чтобы добавить друзья-то? Жёбаный кур... Седавр. Господи, как оно пишет? Я тебе кинул в стиме свой никнейм. Ты можешь копировать? Да я не могу. Я, блин, можно настрою звук, пожалуйста, Серега? Я тебе... Сейчас я подойду чайку, пока налью. Вот я кинул в этом свой никнейм, этот, как я называюсь. В радуге, мать его. Биг Музи. Биг Мадзи. Найди Руслана. Не хочу его искать. Я не понимаю. Входного? Ну окей, как я должен устройство по умолчанию, микрофон? Вовка. А, Вовка. Так, ну чё, ребята? Вот сервера в папке сделал. Вовка. Чего? Пойдём в папку. Да, спать уже пойду. Ну ты
Вот я их слышу как-то кусками. У меня всех слышно на стриме, ребят. Так что все нормально. Погнали. Найс. Найс, гайс. Вот Руслана я слышу. Еще кого-то я слышу. А меня? Почему не попробую? А меня слышно? Раз, два, три, раз, два, три, пидорас, остановись. Вова. Ой, ты классный. Бля, у меня сейчас минус 8 просмотров. Да, и там всего 2, ты и я. Ну, я не знаю, что случилось. В общем, теперь всех слышно. Так, Uplay. Здравствуйте, Uplay. Я могу говорить ближе для вас. Не надо. Перестань. Короче, вы пока мне добрать друзья, я отойду в дамскую комнату. Совпадение не обнаружено. Ух, подруга, давай. Носик попудрить, походу. Да. Руслан, ты можешь найти, потому что я не могу его найти. Не, Руслан, кого найти? Не носик попудрить, слышь, Рус? Да. Мохнатку проветрить. Да, ребята. Заднюю. Что? Ух, нихера себе, вот лига. Это что-то после золота, да? Я так понимаю. Это что-то после этого уже удаление игры. Если кто-то играет хуже, то он то выше нас. Не играть. Просто логика. Вовка, ты как-то там побил дилдаком-то по своему мясу? По своему мясу, да, отхерачил его дилдаком. А потом кипятком залил. Ну хорошо, тогда я могу быть спокойно. Что? Это игра. Это я. А ты чё, так у тебя в чате никто ничего не пишет? Ну что, добавили кто-нибудь-то? Писали. Меня спрашивали, стоит ли покупать Season Pass. И стоит? Мы играть-то будем, нет? Так, все, завожу. Может, а Серегу добавили? Да, Серега, добавь, Лен, добавь уже Серегу. Да блин. Я не могу, я сказала, что я не могу. Вот я этот ник ищу, мне написано совпадение не обнаружено. Бля, какой ник, ребята. Серега? Какой ник, нахуй, скинь, блядь? Он в чате скинул давно-давно уже. Все, сейчас Серегу я... Серегу дрочите, он так-то неплохой. Так вот. Бахуёвый. Нет. Не надо, Серегу не обижайте. Так, вот у меня мой ник, можешь найти. Не обнаружено, так. Серег, на самом деле, не обнаружено. Да вы курите всякую дрянь, потому что... Серега, давай не пизди, блядь, ник нормальный скинь и всё. Серега, не заводись. Зубы не скроши, пока говоришь-то. Серега, не заводись, они того не стоят. Ты лучший, Серега. Я согласен, да. Вот, хоп, сразу добавил. Ну хоп, ты ником неправильно скинул. Видишь, Г, у меня такая здесь Г, а когда я пишу в эту, Г какая-то другая. Ты потому что наебал. Вот, у нас Г как, ну, как печатная, а когда я сюда запишу, там не знаю. Серега, ты косипор, признай это. Иди спи, не беси меня. Сейчас в дверь постучу. Я тебе приглашение отправила. А куда оно приходит? На почту. На почту, блин. С уведомлением, блядь, сходи, получи. Сходи, пожалуйста, да. На почту в России. Я хер знаю. У тебя открылась уже почта? Белый снег, да. Серега, давно в игры ты играешь? Во что? В танки. В игрушки. Какие танки? Погнали. Нажимай. А что надо нажимать-то? Ничего, просто тебе сиди. Ничего не надо. Сиди и жди. Когда загрузится игра, нужно нажимать левую кнопку мыши, это стрелять. Право это целиться. WSDA это бегать. Ты сию мара. Блин, а в туалет отстой. Об этом можно разговаривать на стриме? Руслан, ты заценил тёлочку? Я говорю, об этом можно разговаривать на стриме? Да можно, можно. Тёлочка топ. Какие у неё титишки. Я бы прям утонул в них. Я прям туда бы так и... Прям, да. Знаете, чем больше сиськи, тем они потнее.
О, бля, Люблю, обожаю вообще, прям, да, чтоб ладно, прям там мокро было, блядь. Ее пот да мне в уши. Прям хлебушек смачивать, так знаешь, смачивать и прям кусать. Да. А она была бы вместо тарелки. Ребята, такие вы мерзкие, не могу, обожаю вас, пиздец. Десерт я бы ел у нее на животике. А десерт у нее это... Внизу, Вова. Такой, знаешь, ну, посмотрим, ароматная фасолинка. Как бы пошло там. Смотря какой десерт, конечно. Ты противный, блин. Да ты просто женат 15 лет, тебе не понять. Больше. Тем более. Нам так жаль тебя, но мы смеемся, глядя тебе в лицо. Неудачники, блин. Волки-одиночки, мастурбаторы 100 уровня. Да, мы мастурбируем, и нам не стыдно. Вот так мужики, когда они сидят, у них потом мысль, это... О чем? Поехать в Таиланд операцию сделать. Если только тебе, друг мой. Мне же салфеточку, чтобы руку вытирать. В Москву жить. Серега, у нас мысль, если сделать операцию. У Чупа-Чупса ник за моей великолепной физиономией. За твоей ногой. Это жестко, конечно. Белый снег. Серегин снег. Давно не... А что там надо нажимать, когда видишь петлю? Давно не используется. X зажимать. А вот она по-русски стала писать, ни хера себе. Просто открытие, да? Серега. Последний раз ты играл в эту игру 93? Вот это так бесит, это карта, блин, байкеры, мать их. Ты в неё не играл. Тут... А, я нашел, мать его, в подвале они. Ой, карту бы еще выучить, да, хоть немножечко. До начала 10 секунд, а куда 10 вообще? Хер его знает. Хер много чего знает. Здорово, пацаны. Здорово. Серегин смех. Так, я кто? Я Фьюз. Так, параметры. Сейчас сенсу будет настраивать, ребята, все, минус кат. Вот не надо гнать. Так, теперь бы вспомнить, какие кнопки здесь надо нажимать. Ты же вчера играл вроде в эту игру. Кто, я? Нет. Кто это? Фузи, Фузи ставь. Ставь в днище, ставь на пол. Ой, я гранату кинул. Лен, Лена, Лена. 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 Последний раз тебе говорю, в следующий раз выстрел в башку твою будет. Руслан, Фузи. Блядь, ты это самое. Фузи. Красава, с ними так и надо. Иди сюда, Фузи. Пожалуйста. Сюда иди, Фузи. Иди сюда, Фузи. Куда ты подалась вообще? Вон я пометил, вон я пометил. Вон. Ты, блин, квартиру свою пометил и кота. Руслан, мне так тебя сейчас жаль. Жаль, реально. Да, блядь, пиздец. Пойдем. За мной. Руслан. Ты что здесь делаешь? Отдыхаешь? Пойдем. Руслан, Руслан, а как лечь тут? На какую кнопку? Z. Чьи Z? На Ctrl. Никто не идите пока, не идите пока. Сейчас ебанут в щелине. Тебе жалко, что ли? Мои щи. Мне нет. Не короче, жалко, Лен, пойдешь направо. Угу. Только не надо, да, вот, быстренько это делать надо. Ёптать. Ой, тут алиби стоит. А, это капкан был. Меня обнаружили. Ёптать. А чё, дверные проемы теперь не смотрят? Меня обнаружили. Ой, всё. Да. Теперь буду смотреть Руслана. Так зачем я могу вот так вот нажать на цифру 5, и ты будешь смотреть Руслана на моем стриме, а? Таблетки есть? Бинты? Ну, таблетки, да, энергетик есть, шестерки, там, пятерки. Все есть.
Они вчетвером против вас играют. Лох, пидор. Тряпка. Блядь. Откуда? Оттуда же, где ты растяжку поставил. Серега, ты чё, упал? А меня нагнули. Сука, даже не видел. А где назначение клавиш? А как он это сделал, я его тоже не видел. Чё за бред? Я тоже не видел вообще, как он это сделал, непонятно было. Чё за бред, я его тоже не видел. Увидел, как репорт. Я в концовочке. Увидел, когда ты умер, и все. В концовочке репорт. Была. Репорт, пидор. Куда будем? Подвал. Подвал. Так, беру капканы. У меня получается. Мы опять атакуем, что ли? Лен, откуда ты заходила? Ты помнишь, откуда ты заходила? Ладно, я щиты возьму. Ну, возможно. Вот туда пойдешь и поставишь две растяжки на первую дверь, которую надо разбивать, и на вторую. Лен, тебе надо майку с вырезом, чтобы видно было там. У меня на майке знаешь, что написано? Вот можешь посмотреть. Не знаю. Будет вот так вот видно, а? Не знаю, задержка там. Вот так вот. У тебя задержка. Ну ёптать, ты чё работу домой принесла? Печально это, конечно. Лен, пойдем за мной. Быстренько за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Ты где? На карте там отображается персонаж. Вот вон здесь? Туда поставь, да, вон туда поставь. И сюда. Надо еще здесь закрыть, да? Не надо закрывать, чтобы, не надо закрывать. Капканы, чтобы не было видно. Как раз не надо закрывать. И вот сюда, Лен, вот смотри, вот сюда. Вот он толкнет дверь, ударит, и у него ебало разлетится. Уф. И двери никакие не закрывай. Так, мне тогда вот этот заберу. Все должно выглядеть как обычно. А, ну да, логично. Так, а вот здесь? Вот здесь надо закрыть. Где я? Ладно, я просто закрою, потому что мне страшно. А ты чё вниз не спустилась? Блять, точно. Мне же надо вниз спуститься. Серёг, у тебя есть стенки? Твою мать. Что есть? Стенки. Они вот отсюда идут, ребята. Вот оттуда они идут, с той стороны. Вот сюда стенки поставь. Я считаю, уже все сделал. Щиты возьмите, вон и броники я положил. А стенки-то есть? А где ты закрывал? Я не знаю где. Иди сюда на всякий случай, вот около здесь В нажми и F и держи. Нет, слава богу. Да я просто не понимаю, ты вообще в эту игру умеешь играть или нет? Руслан, еще у меня стеночек есть парочка. Тащи сюда себя. Вот это закрой. Серег, отсюда могут прийти вот оттуда, сверху, и сзади. О, бля, сзади-то уже быстрее придут. Нашему Пете насували. Вино, что ли, грузинское такое? Да-да-да, он хлебнул винца. Смотрите, щель, которую пробили, надо смотреть. Так, это по мне, понятно. Окей. Серега, ты чё убил кого-то, красавчик? Угу. Мужик. Доминатор. Зачем ты ставил? Не знаю, у меня логика такая. Я просто ставлю все капканы на все дверные проемы внутри нескольких комнат, где стоит. Где стоит? Где стоит? Ах, твою мать. Серега, не вздумай умирать. И когда они начинают уже брашить последние секунды, они уже все бегут и все натыкаются на капкан. Мне надо было прикрывать Руслана, когда он детонировал. Да. Блин, ну когда мы последний раз играли? Помнишь, когда мы сыграли? Ты, я, Руслан. Давно это было, да. Давно. Я с тобой не играл ни разу. В следующий раз. Просто прикрывай его, брат. Брат за брату за основу взято. Брат, братан, братишка.
Так, Айнит, отойти на пару секунд. За брата и двор стреляем в двор. Минус уши. Минус уши. Ленка уже все. Ленка слив. Минус подписчик. АФК стримы не приветствую. Отписка. Отписка дизлайк. Всех, всех ждем на стриме Руслана Врага. Хотите качественный геймплей, все на стрим. Ссылка в описании. Могу продублировать в чат. Дублирую в чат, ребят. Давайте заходим. Заходим, подписываемся. Донаты приветствуются. Кто задонатит больше 100 рублей, стример прославляет. Давайте заходим. О, ребят, у меня смотрит 11 человек. Заходим, всем привет, ребята, не стесняемся. Доминирующий. Меня зовут Лена, и я не умею играть в эту игру. Хотите посмотреть стрим настоящего доминирующего мужика? Заходим. Бля, где-то у меня, блин, слышь? Да, я думаю, что это третий этаж. Это, наверное, спальня. Нет. Опять спам. Мне нужен Женя в роли модератора, чтобы он спам убирал. Не хватает. Пруф 108, что-то спамит, мне тут спамит. Не хватает тестостерона в крови, не умеешь общаться с девушками. Мистер Враг, заходи, ждем тебя. А мистер Враг, ты сам умеет общаться с девушками? Вот вопрос. Конечно, умеет. Конечно, умеет. Ну, хер знает. Когда я что-то начала ему говорить, мне было сказано, я твоего мнения, блядь, вообще не спрашивал. Потому что я говорил о другом. Вот тот мужик так себя и ведет, с бабой, он доминирует. Хочешь этому научиться, заходи. Блин, какая страшная вещь, что вы все делаете. Можно я вот сюда? Вот я понимаю, что этого делать не надо, но ладно. В следующий раз Лена разбей это просто со стола. Ну, с кулаком. Да я понимаю. Страшно было. Лена, а ты, может, придешь сюда ко мне? Короче, на лестнице. Наверх? Да. Че, умер, Серега? Ну. Бесполезник. Так. Тряпка. Я смотри. Наверху, и что, а ты где? Заряд на... Вот смотри. А вот. Ты так. Пробьешь вот на этом уровне. И рядом. А что это такая запушка какая-то? Как-то низковато. Вот теперь норм. Вообще, Лен, надо было на уровне пробивать. Так ты сказал одну рядом, другую ниже, одну выше. Вот, я сделала. Тихо. Прям в башку застрелили, мать твою. Красава. Что-то вы сливаетесь, ребята. Что-то слабенько-слабенько. Жестко вообще просто наказывают сильно. Что такое за пушка? Где ты такую нарыла пушку? Справа, справа. Пушка, справа. Пушка. Я же тебе говорил справа. Пушка. Окей. Ну я же должна рано или поздно научиться. Обязательно. Правда, я не понимаю. Я не понимаю. И они идут со счетом 3-0. Это достойная игра. Ну, пока еще не 3-0, пока еще 2-0. Сейчас будет 3-0. Ну да, наверное. О, ты что, свернул игру, Руслан? Да, что? Зависло с трем. Все на исходной. Все развисло. А зачем сворачиваешь? Они справа идут. Че, он затащит, что ли? Хером красавчик. Воу-воу-воу-воу. А, че он делал? Просто. Вообще. Это красавчик вообще. Давай, спокойной ночи. Спокойной ночи. Как же ему не повезло с вами, как я его понимаю, блядь. Сидит с пизом, блин.
Как этому чуваку не повезло, блядь, братан, если ты меня слышишь, я был в твоей шкуре не один раз. Что, опять подвал? Нет. Нет. Давайте тренировочный зал, спальня попробуем. Касла возьми. Нигера возьми. Касла возьми. Это да, возьми. Вам ложим Кумара. Ну что с вами, вон Уилл Смит, блин. Касту. Уилли. Уильям. Билла Смита жалко на самом деле. Все жалко, да. Сын что с ним? Него. Да, сын у него. Да он пошутил. Они же потом сами сказали, что они пошутили. Нет, это не была шутка. Он пошутил, что он пошутил. И все подумали, что он пошутил. Ну, вроде как. Вроде как сказали, что он пошутил. А что за история-то? История такова, такая, что... Стрёмная. Стрёмная такая, знаешь, история. Уилл Смит растил сына, а сын... Вырастил дочь. Да-да-да. Вырастил тётеньку. Так, я хочу здесь закрыть. Нет, тогда мы должны здесь открыть. Это как получилось так? Он себе ногу застрелил? Кто? Да он... Это ваш? Да. А, так, блин, да. Лох, он... пидор. Да кто бы меня палит, блин, а? Он просто устал с вами тащить. Это самое, зайди домой. Ты кому это сказал сейчас? Да мальчик он, что-то тут бегал, что-то бегал. Что бегал, непонятно. Ой, у меня еще пара стеночек есть. Количество зрителей на твоем стриме резко уменьшилось до 5 человек. А нафига этот разломал, блин, а? Что-то пошло не так, Ленка. Люди ушли. Не знаю, зачем я это делаю, но ладно. Ой, я могу еще здесь. Нет, здесь не могу, могу. Люди, они приходят и уходят. Уходят и приходят. В нашу жизнь, из нашей жизни. Кто вас ушел там, мать идти? А зачем реально сломали вот эти вот штуки? Я хочу закрыть обратно. Закрой, я тоже не знаю зачем. Да он все борты закрыли, а то не слышит. Тут кто-то прыгает у меня, слышишь? Так, ладно, я обойду-ка я отсюда. Да, бота да. Сломай на лестнице. А это кто меня задымил, а? Какой-то вейпер. Сейчас получишь в щи. Вот так и есть. Глаз кидает, дым. Ой, что-то режет. Ой, что-то режет. Все, ребята. Пора заканчивать эту игру. Вас обнаружили. Ленку обнаружили, как всегда. Ленка. Вообще, честно, ничего не понимаю. Твою мать, просто днарина. Вообще, просто днарина просто. Да, я видел его из твоей камеры, почему ты не стрелял? Просто я... Ой, какой-то бриз сейчас был, океанский. А кто, где, откуда тебя убили-то? С улицы. Он... Меня убили из нашей комнатки второй. Че, ребят, какой счет? Грустный. Ёбж, вот это да. Давай там это... Да-да-да, вот вон оттуда, да. Нет-нет, здесь не пройдут. Справа, вон оттуда. Да, блядь, не переходи. Че было, я сейчас не видел, пока сейчас гляну, поржусь, че. А че, как убили? Просто в лицо. Но меня правда оттуда убили. Ну, бля, Серега такой, what?
What? 4-0, еба! Да ну так не дрючили. В эту игру из вас кто-то играл вообще до этого раза? Ну, у меня бывает очень редко иногда. Не, ну вот Руслан двоих убил. Серега двоих убил. Нажму на всякий случай продолжить игру в команде, потому что три чуваки хотя бы убивают. 201 уровень. Ну... Серега, у тебя какой уровень? Офигеешь. Какой? Закачаешься. Я хочу качнуться, давай какой. Волка-волка. Серый-серый. Чё ты ржёшь? Серёжке зашла шутка Вовкина. Какая? Этот Серёга сказал, закачаешься, и ты говоришь это, я хочу качнуться. Я сейчас голосину ржёт. Я в Дискорде скину вам вашу игру сейчас. Я не хочу смотреть эту. Что он сказал? What? 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 Watch. Барбари. Барбари. Бербари. Как говорит? Бербари. Тихо. Возьмите бандита. На какую кнопку говорит бандит, блин? Твоя разъеба. Ты что сказал-то хоть? Объясни нормально. Нига. Нига бич. Я не понимаю, что он говорит, блин. Короче, это чувак, который не очень хорошо, видимо, знает английский, но очень хочет на нем разговаривать. Руслан, открой Дискорд, блядь. Это пизда. Блин. Блин, у него какие-то проблемы явные. Это со здоровьем какие-то проблемы у человека. Так, а я кто? Я капкан. Зашибись. Кажется, он... Кто-то шуруповерт достал, блин. Успел пристрелить. Кто-то кого-то стягает, нафиг. У меня еще одна эта дверь вставит. Куда ее запилить, блин? Да какие боты. Руслан там был бот. Так, мне нужно здесь стена. Блин, убери, у меня железная есть дверь. Здесь капкан. Ну убери сам. А как? На А. Ну так уйди отсюда. Сейчас. Такой грубый, Серега. Хе-хе, да, я такой. Ты не должен быть таким. Заходи. Можно? Да, зайди. Там уже дерутся просто. Это, ну, нет, это я обычный закрою. Я вообще на этой карте первый раз, блин. Так я хотел своей дверью закрыть. Зачем? Да не надо своей, у тебя всего... Да закройте свою дверь уже, блядь. Блин, вот. Уйди отсюда, ты мешаешь мне стрелять. Ой! Сверху кто-то там дверь открыл. Кто? Мама Стифлера. А у меня же здесь есть. И здесь. Лена, смотри вот сюда, в эту дверь. В эту дверь смотри, Лена. Лена, в эту дверь смотри, куда ты пошла? Лена, куда ты... Я смотрю в эту дверь. Блядь, там сверху. Оттуда смотри. А теперь смотри оттуда. Забейся в угол и смотри вот в этот. Вот так вот. Смотри, все. Все, вот так и смотри. У меня 7 хп. Вот так вот. 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 У меня 7 хп. Просто. Че, вас уже въебали разочек-то? Или это первый будет? Ну какого-то убили, какого-то. Ты это тише, будет все нормально. Тихо, 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 тихо. Не пиздите вообще. Задолбали, блядь. Уф. Так бы дал. Блин, он оттуда пошел сверху. Ну, у меня 7 хп, я как бы вообще без вариантов. Чпунь.
Твою мать! Это как тенечная игра, блин? Удалить, да, да. Да научиться надо просто играть. Нормальная игра. Чем православный папчик вам мешает, блин? Серега, я тебе фотку на аватарку скину в Дискорде. Твоя вот эта вторая, ну, трусами. Куда? Серега, вообще надо этот, вообще-то кого-то надо было брать во время игры. Ты не знал? Я забыл, звуки, блин, да тебя проболел выбрать. Петок. Серега, если что, в игре стрелять от левой кнопки мыши. Бесите меня, замолчите все. Серега просто засмотрелся на свою селфи. Он просто уже ставил аватарку просто там. Посмотри, посмотри, я буду сейчас это обычка играть, блин. Обычка, говорит, буду играть. Они в подвале, мать их. Конечно, в подвале. Мать и тить. Что еще вообще на этой карте? Кавейра в подвале. Нет, я не хочу, чтобы ты меня... Загоняйте Серегу в подвал, а потом поймете, где они сидят. Он же новобранец. Чего вы жалеете? Нет, новобранцев уже нет, Вов. Теперь автоматически выбирается любой. А нет, я вроде необычная, блин. Внизу, внизу. Противник снаружи, это что такое? Это что за хер? Сейчас кому-то прилетит. А кем Серега играет? Кувалдой. За Гея. Так. Вас обнаружили. Где? И с чем? Камера. Обнаружен. Лен, а ты куда ушла? Я их слышу. Твою мать. Да ты не объяснил, что ей надо дверь прожигать? Да она не понимает вообще. Я не знаю, для чего она эту... Лен, если ты выбираешь персонажа, который пробивает двери, прожигает их или еще что-то с ними делает, тебе да нужно идти вместе со всеми. Серега, брат, ты живой? Откуда понимаю это. Понимаешь? Чисто теоретически я это понимаю. А для чего ты пошла отдельно? Поражение в раунде 2. Ну это Ленка просто в PUBG так всегда делает. Она решила, что в Радуге можно делать так. Ладно, хорошо. Ты можешь мне давать инструкцию? Хорошо, ты только говори, кого ты будешь выбирать. Я выбираю капканы сейчас. Отлично. Теперь ты пойдешь на нижние двери, две, правую дверь и левую дверь. Поставишь капканы. Я... О, с вами какой-то дед. Чей это дед? Кто его внук? Ну, судя по цвету... Это у него внук бандит. Это дед бандита. Серега, а что у тебя на лице? Вова, не беси меня. А вот эта вот штука у тебя, которая на руке. Иди сюда ко мне. Я все, я ушел от вас далеко, да. Уф. Пришла? Серега, ты, Серега, ты такой самостоятельный. Не а, здесь. Не здесь. И бежишь за мной? Вот эту дверь. Да. И вон ту дверь. Охереть, а со мной ты так не нянчился. А почему со мной ты так не нянчился? Ой, я бы сказала. А теперь беги наверх, ко мне быстрее. Быстрее, прям очень быстро. Закрывай вот эти боковые стены. Ваш дед отъехал. Ты не стой спиной. Это страшно. Деда убили. Мне кажется, капкан специально.
специально одел желтые штаны. Угу, окей. Неплохо. Что, мы двое остались? Да. Все. Все, ты один остался, Сереженька. Покажите мне, как он играет, я хочу смеяться. Да тут видишь еще, он когда стреляет, надо видеть, он не точно стреляет, если не зажимаешь, ну, прицел. Я начал как в ПВГ просто вот так, как от бедра. И он куда-то все в космос начал стрелять. Не, ну, Вась, на самом деле это благородное дело. Нет, давайте, подождите, давайте прямо сейчас поиграем нормально, давайте. Ребят, хорошо, что вы стримите эту игру. Сейчас распродажа в Стиме, и многие люди ее не купят теперь. Серьезно, распродажа на нее, да? Да. Ну, я думаю, что да. Нет, у меня сейчас просто уже спрашивал, чувак, сейчас распродажа, стоит ли покупать Season Pass. Я ему сказала, что как бы, ну... Стоит, конечно, Season Pass. Откуда я знаю вообще? Не задавайте мне таких вопросов. Глем. Че? Написано Гром пишет. Ок, Глем. Да, да. На-на-ра-на-ра-на-ра. Танцует Серега и Луна. Прощай, ничего, что-то там. Не обещай. С Серегой прощай, просто прощай. Посиди. Прощай, прощай. Глен, ты фуза? Ага, все, посмотрел. Лен, ты, если что, фуза, ты должна была ответить. Один, наверное, да, Руслан, я фуза. На второй этаж или на третий? Я не понимаю, как залять-нибудь выше, чем одна ступенька. Ублюдок. Пробел — это прыжок во многих играх. А как он его убил? Я в курсе, но так высоко. Что? Как он убил его? А. Даня, Даня, сладенький Даня. Где Даня, кстати? Лен, ты фуза? Да. Yes, вот теперь подойди ко мне. She is. У меня здесь кто-то есть, вот здесь. Ладно, я просто бегу. Стоп, стоп, аккуратно, стой, стой. Смотри вот это окно. Shut up and take my money. Так. Никого не вижу. Зато я вижу. Он смотрит на него, она смотрит на него. Их взгляды встретились. Блин, здесь кто-то есть. Сюрприз, мотафака. Ну почему он с улицы выбежал и меня убил? Почему? Почему он выбежал с улицы? Потому что он может. Он сверху такой... Еленку такой тоже... Сдаться. А куда надо идти-то, блядь? Иди защищать точку. Сереженька, ты сможешь, давай. Ой, нахер, удалю сейчас эту игру, блин. Удалить, да, да. Продать комп, да, да. Мне кажется, что нам надо собраться и поиграть нормально. Почему вы разобранные играете в игру? Кто же его знает, Вов? Лох, пидр. Это все? Закончилось? Угу. Да. Серьезно. Вас два раза вот так вот. Без остановки. Серега, тебе будет, Серега, тебе будет сниться? Нет, это тебе будет сниться. Так это же вас сейчас два раза. Фу, вообще не меня. Я не понимаю, ты завидуешь, что ли? Что у нас, да, а тебя нет? Ладно, ребят, спасибо за игру. Давай, давай. Серега, ты лучший, давай, пока. Серега, чуть целую тебя, давай. Я скажу, давай. Да пошел ты.
Ленка, что пьёшь? Ты такой милый сегодня. Пью кровь девственниц. Свою, что ли, кровь пустила? Ну, не совсем. Я себе Руслан отправил. Ты думаешь, что у Руслана уже все заросло? Нет, я думаю, что он притягивает девственниц. А ты о чем подумала? Притягивает девственниц? Ну, это сомнительное достижение. В смысле? Девственницы, они глупые, молодые, неопытные. Почему? Зачем? Ну, потому. Правда. Не обязательно. Откуда женщина, не евшая банан, знает, насколько он сладок? Вот она попробовала и нравилось ей. Ну только она же девственница, она не может. Если она попробовала, то она уже не девственница. Ну так не ко мне вопрос, а к Руслану. Так, я беру хибану. Хубану. Это вообще-то оперативник Руслана. Так он взял другого. Он всегда берет хибану. Да. Ну, Руслан. Забери обратно. Руслан, почему ты не доминируешь? Черт его знает, да. Я не чувствую тестостерона на стриме. Где он, черт побери? Сейчас все будет хорошо. Может быть, тебе пивка выпить? Нет. Коктейль? Вот если то коктейль можно. Коктейльчик. Да, короче, надо звонить. Он главный по коктейлям. А что он пьет? Блин, если... там Егор? Если мы будем когда-то соберемся все тусить, у нас Ахмерыч будет барменом. Да. И вот эта фотка с сисямбами, это будет его нормальное состояние. Блин, вообще, теперь мне эта фотка будет сниться. Я удалил ее, потому что это жесткая фотка. Черт, я не увидел это. Basement. Подвал? Это подвал, да. Двон. Даун. Даун. Даун, говорит. Кто даун? Это вообще-то оскорбление людей с ограниченными... Room is clear. Roger that. Mado, go, 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 go. Affirmative. Твою мать. Почему ты такой беспорядок? Выдачи его стрелять, даже тот с говном. А он тебя не слушал, ему насрать было. Да, у него была боковера на блюде. Но он сыкло и сдох, как чмо. Как лох, пидр. Ничего не понял, ты перелила сок из коробки, чтобы пить его из бутылки? Да. Что классно, за... правда? Жесть какая. Мне нравится пить из бутылочки.
Из бутылочки надо пить пиво. Балтику, девятку, охота крепкая. Сережка вот привык к моим странностям. Все-таки четвертый год вместе живем. Все, дизлайк, отписка. Дизлайк, отписка, она замужем, пацаны, расходят. Вовка, не мешай тут у Руслана. Важные дела. Что, слили? Да. Чуть-чуть, и Руслан начнет гореть. Или да он нет. Сгорит в процессе. Мне кажется, что нам нужно выработать тактику и придерживаться ее. Ну, у нас вообще-то была какая-то тактика, и мы ее придерживались. Так. В прошлый раз мы проиграли 4-0. Мне кажется, пора менять тактику. Ты не хочешь ходить со мной? Может быть, и хочу. Ну вот. Только так неинтересно. Ну, все. Даня, не пиши, что делать. Пишет, к работе готовились. Я говорю, домашку делаешь, блядь? К работе готовится? Да. Нормас. Значит, работу нашел. Делать. Не знаю, да. Может, работу нашел наконец-то. Хорошо, наоборот. Да. Главное, чтобы сменку не забыл, а то без сменки не пустят. Ни хера не получилось. Да... Ах, ребят. Ребят. Прикинь, Вова, они отсюда не пошли, ублюдки. Блэд. Вот тут они. Нахер, я просто буду лежать. Тихо! Блин, у меня здесь чувак стоит. Тащит вообще. Да нет, ты не представляешь, просто страх божий, блядь. Я включу ваш. В обратную сторону тащит. Две катки уже заруинили. По фасту. Хорош. Да. Твою мать. А чё ты на жопу сел? Твою мать, блядь. Три раза. Здорово. А почему ты на жопу садился? Это... У Номад. Взрывная волна. Номад. Прикольно. Который оперативник. Прикольно.
Ланька, все, давайте, спокойной ночи. Дань, Дань, в смысле, а ты к какой работе готовишься? Ты на работу вышел? Ну да. С какого? В смысле, с какого? Ты все, теперь работаешь? Да, я же рассказывал. Где? Нет. Ты устроился? Я тебе уже раза три говорил, что я работаю, да? Да он тебя не слушает, ты че? В смысле раза три? Ты же сказал, что ты там где-то этот, по делам так. Ну даже я помню, что он говорил. Подожди. Да не, я все, я устроился на работу. Когда ты мне говорил нахер? Даже, да все знают, Вова, Макс. Ты мне не говорил, блядь, не говори. Последний раз, когда я тебе говорил сегодня, я сегодня с утра даже тебе говорил, что я на работу завтра. Ты схера ли это? Нормально у тебя друг. Куда? А куда ты устроился? Ну, пригласили меня. Куда? Ну, короче, в то же место, только на... Ну, повысили, короче, в другой отдел. Ну, как руководителем отдела. А, тебя в эту же организацию? Да, да. Ну, короче, те лопухнулись жестко, кто от меня отказался. Угу. Вот. Типа руководство заметило, и это типа повышение предложило. О, вообще красавчик. Большой человек ты теперь. Сам себе руками водитель. Да. Но может, нас возьмешь с Максом? Ну, не больше финдиректора-то. Да, это так. Да чё так-то? Ну, так-то. Шикарненько, шикарненько. Ну, да, я рад, быстро, я тебя поздравляю. Спасибо. Да, они быстро что-то решили. Ну, круто, что до Нового года. Это вообще кайф определиться со всей этой говнотой. Ну да, хоть это новогодние праздники. Отдохнешь и заплатите за это. Не, они этот самый, как бы, наоборот, не заплатят, потому что я как с 1 января там, ну, с какого там. Ну, так оплатят тебе, с чего ты взял? Это Ну, там, короче... Ты, ну, если только нюансы свои. Да, да, да. Да. Я-то формально-то уже не там, как бы, и принять они могут только уже с 19-го года. Вот. Ну, так что так. Теперь я не безработный снова. Красавчик. Иди уже. Можно заходить, Лен. Ланька, давайте спокойно. Давай, Дань, давай, давай, пока. Лен, ты зашла? Смотри, вот коридор. Ты смотри там, чтобы не разбили стекло. А стекло не разбили. Вот смотри. Не-не, аккуратнее, в эту комнату не заходи. Не заходи в эту комнату. Сиди здесь. Не заходи. Твою мать. Видела там? Есть окошко? Да. И вот. Иди сюда, пробей, вот здесь вот, Лен. Вот здесь пробей. Только на... Да, блин, ну господи, ну ладно, ладно, пробивай. Я там окошко пробил. Думаешь, это мне чем-то поможет? Должно помочь. Ага. Скотина. Блин. Все, да? Просто, Вов, ты видел это дерьмо?
Я не увидел конца. Слава богу. Какое что дело? Хорошо, что ты не увидел. Поизил, великолепно. Блин, у тебя пробивает. Ты видел, да, как пробивает? Да. Вот. Квадратик. Да, поэтому, если я тебе показываю, куда пробивать, надо целиться, стараться туда. Не так мило. Просто уже несколько раз ты играешь из-за этого, из-за фуза. А пробивать и ставить заряд ты почему-то еще не научилась. Вот. Да, надо запоминать с первого раза, или со второго, или с третьего. Нет, ну хорошо. Но не с восьмого. И не с девятого. И уж точно не с десятого. Идите там. Те же показали, пробей. Это не означает, что ебануть в середину, блядь, чтобы нельзя было ни стрелять, блядь, ни хер знает. Пробей так, чтобы можно было встать, и там торчал только ствол. Ну, вот именно. То есть, вот. Эту точку мы будем, видно, защищать, пока не защитим. Лена. Его мать. Просто сборище инвалидов. Зачем он закрыл вот это вот? Ой, пиздец, вообще невозможно, блядь. Как я, блядь? Руслан, где стену поставить? Ну... Можно я сюда ебанок? Блин. Кто? Они уже у нас. Нет, мне не нравится. Ты что-то подлагивать стала немного. Ой, это такой боже. Да, ребята. Что-то вы не тащите. Ну, обычно у нас лучше получается на самом деле. Понятно, деактиватор здесь. И она здесь не пройдет. Понятно. О, я убила еще кого-то капканом. Лес, обнимай кап. Да. Лагаешь, Лен. Ты не должна вроде. Ну, когда ты говорил о капканы там. Ой, робовойс.
Владька, он пишет. Что пишет? Ну вот смотри, Вов, я взял Хибану. Ты думаешь, кто-нибудь взял Твича? Ой, этого Тэтчера. Тэтчера. Вообще никто не взял. Да. Поэтому я беру Тэтчера. Так откуда же знать-то? Как обычно. Ну как ты думаешь, пробивать мы будем стены железные или нет? Я понятия не имею, что я тебе сказал, сколько раз что-то делает, что делает Тэтчер. Ну-ка. Расскажи. Мы тебе рассказывали зданий. Ну, допустим, он глушит электричество. Ага. Да? Что делает, Хибана? Пробивает. Ага. Мы железные стены будем пробивать в этом раунде? Ну, хотелось бы. А как? А как мы их пробьем без Тэтчера? Ну-ка. Вот. Лен, ты играешь уже сколько дней, блядь, а толку мало. Старайся. Это было жестко сейчас. Да, конечно, жестко. С ней только жестко надо. Я больше не буду с тобой играть. В пизду, мне не нравится. Будешь. Блядь. На респауне меня зацепили. Можно же адекватно объяснить? Да адекватно. Я же тебе сколько раз объясняю. Почему я беру Тэтчера? Потому что он бросает EMP-гранаты, которые сбивают электричество, всякие жемки, всякую другую херню. Ты брала Хибану для того, чтобы пробивать. Так ты берешь... надо как-то, блин, было объяснить мне это. Я вот только сейчас это поняла. Запомни, если ты берешь оперативника, ты должна брать оперативника с тем условием, что ты будешь воспользуешься всеми его гаджетами во время игры. Всеми. Так я даже не знаю, что они делают, эти гаджеты. Тогда зачем ты берешь оперативника? Спрашивай, прежде чем взять оперативника, ты спроси Руслана, что вот это вот делает. И я тебе скажу, что он делает. Ты мне задавай вопрос. Мы раньше играли... вопрос. Задай почему вопрос. Макс играл всегда за термита? Макс играл всегда за термита, чтобы пробивать стены. Вася всегда брал Тэтчера, либо еще кто-то брал Тэтчера. Вася он хоть и не убивал, но он... Да, он был полезен. То есть не нужно было Васе убивать. Он нам пробивал везде все. И мы уже дальше делали дело. Вася он вообще пробивной так-то. Да, то есть, понимаешь, берешь оперативника с тем условием, что ты истратишь все его гаджеты, все, что у него есть в запасе. Хорошо? Угу. И тогда ты будешь максимально полезна команде. Твоя вообще задача любого игрока быть максимально полезным команде. Оп, вот я сейчас пикнул. А не надо было. То есть вот если бы мы играли все в команде, мы могли бы друг другу сказать, что там стоит тачанка, сейчас отвернулся, стреляй. И он подошел бы и стрельнул. То есть пикать не надо, а отмечать. А как только мы отмечаем, тачанка знает, что его видит. Понимаешь? Ты сейчас что-то вообще понимаешь? Замолчала. Я сейчас на боте. Да? Лен, ты ушла от компа? Короче, когда сидят на боте, когда ты ботом отмечаешь противника, противник, надпись, вы обнаружены. Да я то знаю. Есть, да, то есть если ты хочешь это эффект неожиданности, да, если ты хочешь эффект неожиданности, и мы играем, например, в пятером, ты можешь заехать ботом, спрятаться и говорить. А другой может в это время подходить к двери, например, там, или еще что-то. Руслан, я в личку тебе написал. Шучу. А что ты говорил? Я говорю, в личку написал тебе. Какие такое западлочество. Теперь ты будешь играть оперативниками. Максимально полезно. Да. А не так, как вы привыкли в панге. Максимально бесполезно. Да я вообще везде бесполезная. Нахер я вообще во что-то играю? Везде бесполезно. Где бы ни играла, везде я бесполезная. Нет. Не везде. Сегодня играл в PUBG с ребятами, они были максимально бесполезны. Потом мне еще предъявы кидали. Ну ты опять живой! Ну... Козёл. Типа там с намеком давай взрывай себя, чтобы мы вместе начали играть.
Так, теперь я завожу. Ленка, ты это, критику тоже надо уметь принимать адекватно. Он же тебя не подкалывает, не толосамывает. Ты с Максом не играл, Макс вообще скажет, ты чё меня не прикрывал? Чё ты не прикрывал? Он нормально тебе объяснил, всё, он тебе правильно сказал. Я вот не понимал, кто что делает, я у них постоянно спрашивал. Да я даже спрашивал у них на карте, куда бежать, блядь, и где сидеть. И мне постоянно никто вот мне так ничего не объяснял. Так что ты зря так реагируешь. Как я реагирую? Я абсолютно... Ну, обижаешься, блин. Потому что он тебе нормально ничего объяснил. Ничего не обижаюсь. Так, короче. Ближе к делу. Ну хорошо, скажи мне, куда, кого мне брать, куда идти и что мне делать. Давай. Нет, хоть... ты кого брать, ты сама решай. Кто, кого, за кого тебе удобно играть? Я ну, вот возьму да. Тетчера, например. Мне вот за Монтанье охуенно удобно играть. Вот. Значит, ты мне танчишь. Мне нравится, когда кто-то бежит за мной и вот. Всех хвалит. Вот. Это вот. Я могу. А вот. Ты молотком так. А, это не молотком, это щит. Ты только не забудь разложить щит колесиком. Нет, это я не забываю. Терпеть не могу Монтанье, как за него. Ну, блин, он страху наводит, конечно, не слабо особенно. Да, просто когда он идет рядом с тобой, ты не понимаешь, что делать. Ты просто стоишь и ждешь. Не, я понимаю. Чтобы стрельнуть, ему нужно убрать щит. Как только он убирает щит, ты понимаешь, что он собирается стрелять. Как он собирается стрелять, целишься ему в голову. Он только собирается стрельнуть, ты хоп его в голову, и все. Вот весь Монтанье. Воротяку ему. Да. Свинец. Не надо вратяку ему. На лицо ему свинец прям. Ладно, ребята, это все здорово, но мне вставать через 6 часов, так что я спать пошел. На кого ты собрался? На работу. На работу. Да, Вовка-то у нас вообще работяшка. Сейчас домашние задания проверю, дневник Давайте, удачной игры. Да-да, спасибо. Блюдок. Убил все-таки. За тобой никого нет. Ты одна. Да и хер с ним. Ты ее откуда? Он сейчас прыгнул? Ну. Нет, на лестнице говно какое-то. Вообще, я не знаю карты. И это какая-то проблема. Я не понимаю, куда идти, вообще зачем идти. Нужно попытаться хотя бы карты какие-то узнать. Вы тут вообще? Угу. Я тут, Вова, ушел. Чайная комната. Кого возьмешь? Ну, мне капкан нравится. Ладно, забрали уже капкан. А, нет, отдали капкан. Ну, угу. Вот когда я за него играю, чувствую себя полезной, потому что они... Castle, please, castle. Okay, thank you, man. Боже мой, вот это голос. У нас и деда какого-то, и бананы киты, и это... Нет, не надо.
Мы опять от другого заряда, что ли, закрылись? Нет. Кто это говорит? Кит. Воу. Да ты чем, все четыре? Да. Троих из пятерых убили сишкой. Блять. Ух ты. What are you waiting? Угу. Понаклонялась, блядь. На эту кнопку называется нажала. Какая я молодец. Руслан. Mm. Да ты... Хорош? Так, допустим, вот возьму я Тэтчера. Угу, я возьму Хибану. Первый этаж. Нет, не первый, это второй. Да, второй? Ну, пусть будет mm-hmm. второй. Такой, не до первого, а, нет, это первый. Нет, это второй. Понятно. С вышки буду заходить. О, противник снаружи, аккуратней, аккуратней. Ну его же должно быть видно, где он. Так, а ты где? Я с Монтаньи иду. Окей. Какой он милашка. Вас обнаружили. Блять, ублюдок. Сын шлюхи, блять. Прям репорт нахуй на петуха. Guys, report, please, Muraman. Так, я могу что-то кинуть им, да? Все, уже это и... Кто он это? Только этот. Он кидает только этот, как его? Убивает, то есть у него пробивные эти.
которые не пробивные гранаты, которые только EMP, ну, электрические эти помехи выбирают. То есть ты на оперативника только ему собьешь прицел, и все. Ну, прицел собьешь, у него точки не будет видно красные, а так он будет также стрелять нормально. Так, скажи мне, куда ставить стены? По периметру закрывай. Ну... А, окно. Окно. Раз окно. Какое? Вот это? Ну да, ты зачем ты убежала-то? Потом вот это окно. И вот эту дверь. Дверь какую? Входную. Там эта дверь, где моя жемка стоит на пороге. Вот эту? Нет. Все. Все, ты уже все закрыла. Больше нет у тебя. Нету. Окно пробили. Окно пробили с окна. Вот я же стреляю. Я стреляю по нему. Ну, хоть половину жизни сняла, и то спасибо. Короче, я поняла, это какая-то любовь у них. Если бы там не было этих щитов, то они бы их не взрывали. И как только ставишь сильные стенки, так они начинают их взрывать. Все пиздец. Ты грязный мальчишка? Ублюдок. Блядь! Специально выбегал, чтобы его убить. Слушай, ну действительно, вот это вот... Ты же мне говорил, да, что умение переключаться на пистолет — это очень важно в этой игре. Да пиздец, блядь. Чё ты хуя умение, блядь, очень важно в этой игре. Так, я беру... Кого я возьму? Фьюза возьму. Я хоть за него понимаю, что надо делать и что он делает. Только ты ставишь и сразу включай, потому что эту хуйню можно сбить, стреляя.
Вейра. Угу. Их четверо. Так, он. Термайт, need help. Так, блин. О, страшно, так страшно. Ну тут я ничего не сделаю. Тут вот надо просто зайти. Пиздец, вы всю игру где-то ходите. Так, мне там что-то пришло, но я ни хрена не услышала. Ага, Женька. Это же Женька. Женька, спасибо. Ты чё, тебе больно? Боль. Грусть. Где вы ходили всю игру? Я вообще-то убила одного, да. Я всю игру тусовался около этих двух окон, где стоят заряды. Всю игру, блядь, тусовался. Ну, а я с другой стороны была. Для чего? Не было два заряда. Я стоял около двух зарядов. Я стоял. Посмотри стрим. Я стоял около двух зарядов. Около одного и другого. Нет, это Тачанки не умею. Вообще не умею за него играть наглухо. Он возьму, буду давать всем рубль. Это собака. Собака, иди сюда. Иди сюда. Давай мы покажем людям, всем шестерым, которые меня смотрят, что у меня есть собака.
Привет, пап. Так, что тут закрыть-то надо? Шаня, все, уйди, уйди, собака, уйди. Не, я просто бегаю цельно, карт. Ну, за. Даже представления не имею, как защитить эту точку. То, блин, закрыть все, что открывает. Где он есть-то? Нам просто, чтобы выиграть эту игру, нужно выиграть одну атаку. Все, поняла, где он. Что, в этом окне? Да. На улице. Тачаночка, давай. Сейчас будет плентить. Счастье, радость какая. Неужели мы не проиграем? Рано. Спальный санузел, ну давай. Приветики. Всем приветики. Так. Вот здесь, допустим, стенку ставлю. И, допустим, здесь.
Лен, сейчас сзади тебя разобьют вот это окно, а его всегда разбивают. Каждую игру. И пристрелят. Я туда поставила капкан. Хорошо. В надежде на то, что это как-то спасет ситуацию. Ну вот, видишь, я же тебе говорю, его всегда разбивают. Опять то же самое. Нет, она меня вообще со спины убила. Здесь их двое на улице. О. Блин. Руслан, тебя на стриме не слышно звуков игры. Серьезно? Опять? Опять какие-то проблемы. Всем привет, ребятоньки, кто меня смотрит и кто меня не смотрит. У Руслана два зрителя, потому что муж смотрит. Но это значит, что он очень классный. Так, да? Странно очень. Звуки. Да вроде должно я быть. Я очень сильно пытаюсь научиться играть в эту игру. Раз. Но тебя слышно, звуки не слышно. Да ладно. Слышно? Вот отстой. Ладно. Второй этап. Понятно. Видно. Нет. Первый. Я не могу тратить время последнее время на очень большое количество просмотра. Как это по-русски-то сказать? Не могу, короче говоря, много смотреть сейчас стримы. Времени не хватает. Очень хотелось бы, но времени не хватает. Руслан, ты жив? Да. Блин, стремнотенюшка. А здесь нет никого. Надо подобрать дек. Пину пришли. Монтанье, по-моему, довольно... легкий, ты просто танчишь и все, и за тобой кто-то ходит и убивает. Не знаю, может, конечно, у меня логика так себе, но мне кажется, он довольно полезен. Твою мать. Я толком-то выучить не могу. Кто из них что делает, чтобы быть очень полезной команде? Кстати, я вот один раз так же поставила и
ну, оставалась за Монтанье и просто села на него, и все. И никто не смог ничего сделать. Нет, на самом деле, обычно мы играем гораздо лучше. Так, а сейчас попрошу послушать, есть звук игры? Серёж, можешь посмотреть, сейчас есть звук игры? А насчет часто задротства, опять же, времени не особо хватает. И вот наиграла я в эту игру не больше часов 40, там, не знаю, может, 35 или что-то вроде того. Поэтому... Да, сейчас. Есть, да, сейчас? Лен? Да, Серёжа сказал, есть. Отлично. Ну, я хочу научиться играть. Правда же? Я хочу. Я буду пытаться. Я пытаюсь. Да, ну... Да. К обороне! Не дайте врагу тебе пройти! Самое главное — выучить карты. Да. Я капкан. Капкан, он опять же прокатывает. Всем, враг обнаружил взрывчатку. И когда они начинают рашить, они просто на эти... Докладываю, камеры, врагу известный заряд. Осталось 10 секунд. Классный. Еще 5 секунд. Шок-бот. Я вам играла... Взрывчатка обнаружена. Пух, наиграла 400 часов, а толку-то? Толк. Готов. Неделю код брать. Включаем глушилку. Блин, все в спину убьют. Это окно всегда разбивается. Да здесь вообще, я смотрю, все разбивается. Пацан, который тащил, он покинул игру. Оу. О. Грязная сучка там страдала. Опа. Это что сейчас было? Ты откуда? Я буду держать. Но они же все в основном зовут. Вен. Это, скорее всего, прямо. В живых только один противник. Ой, как страшно это сейчас было. Господи, Иисус. Лен, вон там, скорее всего, чувак. Да. Перезаряжаю! Патронов нет. Ну что, нас двое, да? Противник. В смысле, он там? Спину? Да, вот на лестнице. Еще 15 секунд. А, нет, он не на лестнице, он слева от меня был. Нет, да, он на лестнице. Группа противника уничтожена. Закончили. Меня никто.
итоге любит. Мне сказали идти играть в Майнкрафт. Может, и пойду. Это единственная игра за сегодня, в которой мы победили. Ну ничего, какие даже годы. А, нет, тебе же все, уже пора идти. Или ты еще одну сыграешь? Ну, не знаю. Просто даже. У меня было 67,5% на получение пакета. Было очень тупо не получить его сейчас. А, я этот. Ну нет, вряд ли. Ну потом можем одну игру сыграть. Или нет? Нет, не знаю. Я сомневаюсь, я не уверен. Какой ты сегодня неуверенный? Да-да, я неуверенный что-то. Кто у нас? Вовка спать ушел, да? Ну блин. Да можно, почему нет? Ты научишь меня играть? Дискорд? Я не знаю, мне нужно спросить разрешение. Руслан, человек хочет со мной поиграть. Я могу пригласить его в наш канал? Конечно, пусть через меня перейдет. В смысле через тебя? Через меня? У меня есть ссылка на Дискорд. И он может А, если у тебя есть ссылка на Дискорд, то скинь ему. Скинь ему ссылку, пусть приходит, играет. Почему нет? В Радугу, тем более. Так. Так, не тогда не те люди. И че? Как это сделать? Господи, я чувствую сейчас такой просто... умный. Я добавить друга, добавить. Нет. Нет. Да. Так, копировать. Блин, если я напишу сюда в общий чат, то не классно, да? В смысле не классно? Подожди, ты скидываешь на что ссылку? На Discord или на что ты скидываешь ссылку? На Battle.net он скидывал тебе ссылку. Сейчас я скину ссылку. Сюда же сюда интересно, можно на Дискорд скидывать или нет? Вряд ли ко мне придет. Я вот такая копировала. Такая вот я вставила и отправила. А? Если он сейчас не подключится, то... Она, по-моему, сгорит через час. Молодой человек, у вас есть час. Вот он. Ворвался. Нужно переименовывать игра с этими... Там, со зрителями. Как их там называют? Людей-то эти. Так, прекрасно. Доброе утро, важно, дружи.
Привет. Привет, привет. Как тебя зовут? Татар или можно просто Радон? Рандом? Радон. Радон? Ну, Родион, Радон. Родион. Родион, прекрасно. Как тебе? Да у меня такой же ник, как и ты там, Твиче. Привет. Привет, люди. Мне даже... Нет. Руслан, mm-hmm. Ты что ждешь? Ну, сейчас я АФКшну минут 5 и приду. Можем сыграть одну. Так, я тебя отправила в Запорос. Да-да, увидел. Ну, в общем-то, всем привет, кто смотрит этот чудный стрим. У нас игра в бронзе 4. Уф. Или, подождите, или это медь уже? Я не знаю, как это посмотреть. Ну, была, по крайней мере... Это бронза 4. А, ну... Ну да, в общем-то, самое хреновое, да, что только может быть, я понимаю. Вообще, на самом деле, бывали у меня моменты, когда я играла более-менее адекватно. У нас есть просто ребята, которые прям хорошо играют. Но их сегодня нет. Ну, Руслан, неплохо. Не, непосредственно, какие хай-раунды у вас были вообще? Что? Хайранги какие были вообще? Слушай, у Руслана было прям что-то охренительное, типа там платина или бриллиант. Я не знаю, как там это называется, но у него был момент, когда он прям был слишком хорош для этой игры. Закинул развитие. Спасибо за донатик. Это мой первый донат от человека, которого я не знаю. Ура! Век на ванжет. Так, непосредственно давай определимся. Так, ну, во-первых, как хоть зовут вас? Меня зовут Лена. Лена. Врага. Руслан. Добро. Так. Вы в казуальщину. Он пишет, товарищ. Так, непосредственно, Лен, какой у тебя уровень в первую очередь? 44. Так, я 10 тысяч. Да? У тебя оперативников первого или второго года нету? Ну, я разблокировала парочку. Прост и Хибану. Я их там покупала. Стандартный набор для новичка. Ролик смотрел? Я никаких роликов вообще не смотрела. Никогда и ни по каким играм. Ну, иногда только по Бубу смотрела, и все. Ну, непосредственно. Я сейчас предпочитаю разбираться во всем методом тыка. Вот это плохо. Ну как ты так знаешь, опытным путем оно все проще дается, чем... Ну вот именно опытным путем, когда кто-то за тебя думает. Я оставила ссылку на Discord. Ты можешь зайти в Discord, и мы можем поиграть. Так, что я непосредственно хочу тебе сказать. Какие способности из какого оперативника ты за собой наблюдаешь? Непосредственно из одного пула стоит выбрать всего лишь двух. То есть за штурма и за защиту. Я чаще всего играю капканом и фьюзом. Я говорю два оперативника. Какие? Два оперативника. Капкан и еще кто-то. Ну вот смотри, у тебя есть фьюз. Кто еще за атаку? Его знает. В основном я просто тыкаю и беру кого-нибудь. Мастерок, добрый день. Приветики. Какой ты древний. Угу. Это твой настоящий голос или ты через что-то разговариваешь? Да. Нет, это мой голос. А, сейчас нормально. Нет, просто первый раз это было вообще просто как будто
Через какую-то штуку меняющий голос, типа, ваша дочь у нас, мы требуем миллион долларов. Ну, кстати, по поводу Вайслайна, кому интересно, кому нет, работал 3 года в озвучке. Ты? Какая прелесть. Я, так, если сейчас я с просони проснусь, я попробую. Как тебя найти в этом вот, вот этом вот? Я тебе сейчас добавлю. Я не могу, какой голос у тебя необычный, прям. Да. Типа. Это хорошо или плохо? Уникально, братан, уникально. А теперь сейчас я зажгу. Ну, девочкам нравится в основном. Привет, малыш. А сейчас у них первый мир и применение с мотором. Ой, какая прелесть. У нас тут собирается такая веселая компания. Уникальное количество. Да. Веселая кучка. А, кинешь пригласенный? Да. Я почему-то не додумал. Окей. Найс. Блин, забаньте этого Налдрата. Память. Рекламит. Это активность в чате, это не спам. Не-не, он спамит. Лучше удаляй, иначе тебе прилетит от Твича. Лена. Я не знаю, как... Ты знаешь такого персонажа из вселенной World of Warcraft, как Kill2Zed? Я не знаю ни одного персонажа, к сожалению, из этой игры. Обидно. А то бы могли стоить немного войслайна. Хотя какого черта я же могу. Я же за это не забанят. Minions, servant, soldiers in a cold dark. Prepare for call for Kel'Thuzad. Неплохо. У меня собирается... У меня теперь в чате 3 парня с классными голосами. Уху! Yeah. Так, я, наверное, знаешь, что попробую еще сделать с каким-нибудь моим администратором, и ты мне все сделаешь. Так, только, Лен, пожалуйста, не заставляй меня озвучивать хентайщину, коим я занимался, не надо. Я постараюсь не делать это. Замечательно. Я буду сдерживать все свои... голоса внутри, все свои мысли. Так, мы в радугу пойдем. Да. А мы должны сейчас дождаться врага. Да. А он этого знает? Да, он это своим делом. А, окей. Сколько вам лет, откуда вы? 17 лет, Пермский край. Пермь. Угу. Мне 21. Я сам родом из Грузии. Но еще и с Украины, так что... Грузин? Грузин. Да, да. Прикольно. Ну вот откуда такой голос? Даже не удивлен. Хотя я татарин. Миленько, миленько. А блин, ты стример? Меня зовут Лена, и мне 24, и я же... Где? Ну, молодец. В Питере. Ага. Так, ща, погодите, я дреды заплету. Ой. Блин. Что? Ну, у меня тоже все пропало, поэтому... Ну и хер с ним. Барт. Доброго дня. Владик, привет. Hey. У меня у нас тут игра со зрителями. У нас тут 2 молодых человека. Образовал. Yeah. Собираем молодой пати.
15. Слушай, ну я думала, что я сейчас уйду, а тут предложили люди поиграть, и почему бы не поиграть, вот что я подумала. Так что, Барт, присоединяйся к нам. Так, я здесь. Rainbow Six, что ли? Да. Бартяка, здорово. Чоли. Ну, враг здесь, может, поедем? Ладно, тогда не буду вас отвлекать, продолжу смотреть теорию большого взрыва. Давай, ну, давай. Ты можешь на втором окошечке открыть мой стрим? Да. Нет, я посмотрю, что... Нет, спасибо. До свидания. СВЧ. Просто ребята очень скептически относятся к тому, что я стрим. Ребята тут молодые есть в чате, давайте без 18+ контент. У меня, между прочим, стоит ограничение, что я контент для взрослых. Прямо сейчас я перезагружу твой стрим и... Мы часто разговариваем о всяком некрасивом. Так. Я могу даже информацию посмотреть. Сейчас я звуки Руслан... убавлю. Руслан, он что-то там ковыряется. Сейчас я звуки убавлю сейчас. Контент no parents control, так что не ври, у тебя не 18+. Ну, я что-нибудь придумаю с этим. Давай. Так, ну что, погнали? Да. Всем членам команды требуется активировать двухфакторную аутентификацию. Кто-то... Браво. У грузина нет двухфакторной. Давай, иди активируй. Есть. А, есть, ну значит только у Ленки. Потому что у меня есть тоже. Только у меня тоже. Есть, я нет, же как-то давайте играю. В обычку пойдем. В обычку не играю. У грузина нету. А у тебя 20 уровня нет, что ли? Есть. Есть. У него есть. А что ты не привязываешь к этому? Я привязал только что буквально. Одну скриншотки. Ну... Может тебе нужно перезапустить? Перезайти. Перезайти, давай, перезайти, да. Давай, речь, перезаходи. А вы что, в ранке прям хотите? Я не играю в обычку. А чё в кузовичину то играть? Не, а чё в кузовичину? Да, просто мы не играем в обычку. Типа, я чё, лох, что ли, в обычку играть? Не, нет, не из-за этого. Просто, да смысл время тратить? Нет, я играю. Кузовичина — это чисто разминка, запомни, мастерок. Я просто новичок в этой игре. Ничего страшного. Ничего страшного. Все мы когда-то учились. Ну что, ребята тут вызвались вообще со мной поиграть. Это так мило. Как в конце концов, можно спокойно доиграться до того, что, блядь, просто второе дыхание откроется. Ну, думаю, враг пару киллов тоже наделает. Ой, тебе враг-то. 200 уровень. Не, Руслан на самом деле очень хорошо играет. Периодически бывает, конечно, вот это вот не мой день, но он прям молодец. Ну сейчас мы проверим все мастерство. Все, кто собрался здесь. Что? Твою мать, я зачем-то покинул команду случайно. Просто все, что вам нужно знать о моем уровне знаний этой игры. Пригласил вас в игру? Зачем ты меня приглашаешь в игру? Ну, потому что я случайно вышла. А зачем ты меня приглашаешь в игру? Ну ладно. Я испугалась и запаниковала. Завелен, да. Все хорошо. Так. Сейчас уже захожу, ребят. Отлично, отлично. Бэнк, что-то у тебя по статам прям фигит. Ты из какого сезона играешь? С первого. С самого первого выхода игры. Разблокайся? Нет. Какой у тебя этот уровень или ранг? 200 у него и прям 28 дней с лишним на игре на рейтинг. Хорошо, да. Или... Что? Не понял, да по одному задавайте вопросы. Ну ты какой ранг, типа, где там... А, медь у меня. Где сейчас?
Нет, сейчас мы сливаем, а вообще, вообще Руслан хороший. Он хорошо играет. Ну, на золоте он точно играет. Так. Да. Ждем вот еще одного молодого человека. Раз, все. Руслан, завожу. Заводи. Я могу еще позвать одного, если хотите. Ну, на команде ждать еще. Ну да, да. Вилла, замечательно. Ну что, дамы и господа, Вилла Медведева, виноградники. Сейчас я разомну свои пальчики. И... Это поможет? Ты, да, конечно. Так, что, давайте на спот, наверное, кабинеты возьмем. Второго этажа. Или Андер. Давайте лучше Андер тогда. Подал, лучше. Тогда только возьмем. Я просто не знаю вообще, а что это. Еще один такой же, как и я. Просто возьми, а что ты Виджила взял? Взял бы лучше Касла. В смысле, а нахера Касл? А нахера Виджил? Ну, Касл-то от него какое приспособление? Долбанные эти, нет, которые нужны только на скайкрэпере. Ну, и никто Виджил не забегает. Виджил похож на скриптонит. Так нет, враг непосредственно, Касл только на скайкрэпере тащит. Нахер он на остальных картах? Он бесполезен. Укрепляйте позиции. Обеспечьте охрану объекта. Спорить не буду. Потому что Касл тащит, в принципе, на любой карте, если нормально все сделать. Стена усилена! Готов. Так, ты закроешь? Так, you put your yamas to walls? Это Финн, ё-моё. Еще 5 секунд. А только закрыто. Врагу не удалось обнаружить хим-контейнер. Копыта вон. Готов. Моя тактика прижать. Грузи на диск, камера. Нету никого справа. Так, а как тебя зовут-то? Хорошо. А? Сэм. Я слышу только первые две буквы, потом ты выпадаешь. Сэм. Сэм. Враг нашел хим-контейнер. Yep. Здесь шьют. Не в восторге называть друг друга по ник. Да, шить будут. Буду. Посидим, посмотрим на дверь. Там кто-то есть. Тут дверь кто-то есть. Вот, там кто-то есть. Он шевелит. Происходит-то.
Оба там. Где мне? Он на лестнице. Да, шьет. Dog behind you. Got it. Just get out the lights. Один враг еще жив. Группа противника уничтожена. Я кого-то убила. Нормально пошло. Даже сам не понял, как их убил. Да молодец, молодец убил. Нет, возьму. Пожалуй. Нужно найти химконтейнер. Maybe basement. Виджел. Начнем через 10 секунд. Виджел есть у них. До начала 5 секунд. Yeah, this basement. Данных по контейнеру нет. Приступить к заданию. Вот там, где я поставил метку, там прям два капкана стоит, один за одним. Кто-нибудь мне скажет, куда мне надо идти? Так, это мир. Нормально. Химконтейнер обнаружен. Бегил on the stairs. Red stairs. Че, давай Бачинского я запускаю. Термат with me. В комнате вообще чисто. Почти никого? Нет. Что нет? Никого нет, говорю. Вигиль, он там main red stairs. Давай, на второй ушел. Все. Да. Термат, термат, йо. Я на нуле! Слева могут. They may be left, you know. Careful. Touch. Двое у меня. Yeah, going, Thatcher, yeah, going, going. There's kite somewhere there. Yeah, you saw. Thatcher, show you this. Thatcher, king. Thatcher. See behind you. Лена, иди шей. Где? У меня больше нет. А, ясно. Можно аккуратно заходить, просто смотрите, чтобы сзади не зашли. Вигель is close to you, Ебан. Кара. Ну,
Left. Left. Все, 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 ребят, допрос. И возобновите охрану контейнера. Даже интрогейт. Охраняйте контейнер. В живых один противник. Интрогейшн. Еще 5 секунд. Pick the door. Shoot the door. Nice. Победа. Good job. Противник нейтрализован. Bitch. Нормас. Просто... Погнали в кабинет. Просто теперь играют ребята, с которыми мы, ну как бы, понимаешь, команда. Когда вот... Да забей. Я до сих пор ничего не понимаю. Нет, ну я, конечно, понимаю, что надо стрелять. Игровую ситуацию, у тебя реакции нет, Лен, честно скажу. Ну, я не спорю. То есть непосредственно есть такие сайты, как Aimboosted, либо Vantiterror на Эшке с окопом побежал. Знаю, я... Укрепляйте позиции. Я не так обеспечьте плохо. Охрану объекта. Есть. Скажи, ты, я играю для фана, и все. Ну, кажется, вот врага нашел хим-контейнер. Так, Twitch... Твич ушел. Бот ушел от Твича. Ребята, аккуратней. Еще, значит, будет один бочинский Твича. Ублюдки вонючие. Осталось 10 люк секунд. Можно открыть. Еще 5 секунд. Не дайте врагу добраться до объекта. Она, наверное, обновилась. Не трогай. Генератор помех активен. Если ты... Блин, не успел закрыть. Человек, который умеет... Пожалуйста. Весь заблокировал! Потому что я ни хрена не умею играть. Я увидел ее голову. Дрон противника близко, начинаю отчет. Идиот. Так, у меня этот, как его, блядь, Мэврик. Как этого? One on the main door, on the... У Фины, что за противник? У Фины что за, Каид? Каид или как у него там? Какого Фины? Да вон, Ленин Сенин. Да, вон там, да. Ленин Сенин, у него Каид. Убей. Каид. Behind you. Maverick. Спал, смотри. Повалил. Там кто-то я мелочь вижу. Собирает, бегает. Жив лишь один противник. Он снизу ползет. Он сзади. Ток, сзади. Там, да, справа. А. He's on the... Close the object. В окне? В окне на точке. Мьют, обратно иди. Don't pick him. Сейчас двери. В двери... Ага. Еще 15 секунд. Еще 10 секунд. Задание nice. Выполнено. Противник устранен.
как забрали? Маврика я забрал. Он просто в коридоре бегал вообще. Он пытался хранилище пилить, потом я его начал стрелять. Дай рейтинг опять. Че, давайте развалим? Здравствуй, человек, который пришел к нам. Здравствуй. Михаил. Добрый вечер. Добрый. Ну, уже ночь тогда. Как? Ну, может, у вас вечер, но у меня 3:30 утра, блядь. Да, у меня 3 ночи. 1:24. Ну, ты по московскому ночи. Угу. А я на 2 часа позже. Нужно найти химконтейнер. А что ты делаешь в 4:00 утра? Что? Что ты делаешь в 4:00 утра? Почему ты не спишь вообще? Ну, пап. Тихо. В смысле неохота? Да чек. First floor, maybe? The second floor. Okay. Чек. Oh, yeah. Yeah, the second floor. На большом. Yeah, it's Master Pedro. Yeah. Осталось 5 секунд. Неизвестно, где находится это комната. Действуйте. Кабинет, да? Такое ощущение, что это кабинет. Вы обнаружили. Да, 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 это кабинет. Захватите его. Нет, или не кабинет, или спальня. Ну, это не спальня. Спальня, спальня, скорее всего. Да, спальня, точно, все. Окей, я туда не пойду. Это я стрелял. Да? Ну ладно, тогда пойду. Блять, что трогаю? Так, ты, наверное, просто не в курсе. Я в эту классную игру наиграла около 40 часов. То есть я пока еще по сей день... Поздравляю, я благополучно наиграл в нее столько же. Ага, отлично. Да, и я даже тебе больше скажу, я даже в рейтинг не могу еще зайти, потому что я не апнул еще 20-го. Нормально слышно? 3-4! 7 без 100. Да, тебя слышно нормально, более-менее. Если вы можете наш микрофон. Откуда забрали? В шкафах. В туалете. В туалете? Ну, в шкафах. Блядь, сзади. Бог. Вот там вот. Ты dead? Народ, поднимите. Коварат. Гопик, этот пока. Блин, нет этого. Спасибо. Еще одного целого окна. Всем давайте спать. Отключим электронику. Отлично. Ребят, я предлагаю идею. Ну, состава второй. Лесен. В туалете. Повалил. Завалил, да, я вижу. Фак. Ребят, заходите на точку. Я на нуле! В смысле, я кого-то убила через... Тихо, тихо! Блять, в туалете. Еще один. Вала крыль, да. Типа, клёво. Зайдёшь и слева. Не, зайдёшь и слева, заходи. Один противник жив. Валькирия, в туалет. Остаётся 15 секунд. Заходи справа, он да. Шумовую бросаю. Сейчас, дальше. Я там. Подорвай отсад. Квари класс. Справа, справа, да. Да. Противник. Устранить угрозу. Победа. Противник нейтрализован. Game, guys. Yeah, thanks for game, Mel. Просто... 4-0. Ты даже не настроила подписки. Как так-то? This is my man.
В смысле не настроила? Я настраивала, что-то я настраивала. Я пока еще, я же говорю, я первый день официально первый... стримлю. Ничего себе, типа первый день официально стримите 12 фолловеров собрать. Мне бы так, а? Так, УБС. Я в первый день простримил, мне чувак занес 70 еще. Сколько? 70. 70 собрал фолловеров? Да, за день мне чувак помог. А, ну тебе хоть помог. Какой такой тебе типа, чувак уже, помог? Уже плюс. Так, ну-ка рассказывай, кто тебе помог. Нам даже нужна его помощь. Да, он мне 4 года назад помог. Это Сергей Талудин, за что я могу о нем говорить. За что ему большое спасибо. Я и сам сейчас стримлю. Но не на данный момент. Да я и так... сейчас запустил бы с удовольствием стримецкий, но, блин, у меня даже 20 уровня нет. Типа, обидно. Руслан? Так, ребят, я с вами прощаюсь. Да, это был великолепный Руслан. Да-да. Запомните его таким. Так, ну, так ладно. Что... Спасибо большое за игру, Руслан. Да, взаимно. Надеюсь, еще сыграем. Доброго, на заграни.